Приветствую всех. Что ж, давайте продолжим Radar Station атаковать. Мне интересно, что тут внизу. Что нас тут ждет? Отходи, дебил! Дерево помешало. Ёшкин ты, матрёшкин. Жуки. Блин, надо плазменную пушку было взять. Долбануть их хорошо. Красивое местечко. Вот только не здесь. И не здесь. Да блин. Ага, нашел. Так. Меня там ждут уже, да? Конечно, куда они ж денутся? Ребятулечки. Ой, у меня броня как бы подкоцана сильно сейчас. Берем тяжелую артиллерию. Пошли все нафиг. Ни хрена тут выводок. Серьезно, что ли? Что? Ты уцелел как? И еще. Так, вроде все зачистил эти респилки. Теперь турельки. Турельчики, турельчики. Их так просто не определишь, я смотрю. Че охраняем-то? Ага, здесь тоже что-то есть. И еще это не осмотрел. О, так это храм типа какой-то даже. Змейка, прикольно. Что под змейкой? Чего? Значит, ядрышко здесь гораздо глубже, чем я думаю.
Так, брони у меня почти уже нету, мило. Очень мило. Так, надо, короче, плазму брать. Где там это респил? Где вторая? Да, эти дурацкие турели уже бесят. Такс. Что есть, парни? Покушать. Давайте мясо немножко съедим. Так. Патроны к лазерке возьму. Так как, блин, они нужны. Окей. Я думал, радарная станция, она как-то поменьше что-то. Оу. Даже не хочу связываться. Хотя этих можно и попроще убивать. Так, вроде здесь чисто уже. Ага. Это что, типа тира, что ли? Ну да, по ходу дела. Турелькой. Ну. И такое возможно. Вы сейчас прикололись, да? Хорошо, хоть они не ваншотают. Ага, здесь тупик. А нет. Нифига, здесь не тупик. Так. У меня почти не осталось брони.
Блин, в таком маленьком помещении. Повезло. Хилимся, хилимся. Я две аптечки применил. Ха-ха. Слушайте, какая тупо жесть. Так, и где же тут вход-то определить-то, блин? Ша плотно сидит вместе с землей, обратите внимание. Раньше были как бы проталины, и можно было посмотреть, сколько это здание глубиной. Вплотную, как родная, сидит. Сколько? Так, ну без брони мне, конечно, будет сейчас хреновенько. Довольно сильно. Ну не скажу, что мобильность супер помогает. Так, стоит один козел здесь, да? Респилка наверху. А нет, респилку я уже уничтожил. Так, теперь надо его как-то аккуратно прибить. Как это сделать? Блин, я не хочу сейчас опять лететь на паузе домой, ремонтировать броню, блин. Опять 2 часа запись клевой, да вы издеваетесь. Ладно, сейчас попробую, друзья, если не получится, ну, опять буду париться. Мне единственное, что тут бесит, то, что запись надо склеивать долго. Как бы я кусками тут нарезал, вам не горюй. Я надеюсь, я его убил. По звуку здесь еще... Ой, как много всего интересного. Ага, энтом. Стоит, как ни в чем не бывало. Ну ни хрена себе. Что, простите, сейчас было такое? Да, плазменной пушкой в помещениях лучше не пользоваться. Но это типа командное какое-то помещение. Thank you.
Так, вылечу-ка я лучше здесь. А, блин. Твою ж налево. Так, давай-ка я спущусь, да и дроном пролечусь, посмотрю, что там есть вообще. Раз респилка, два респилка. Блин, а у вас там, ребят, пати. Конструкт. Два конструкта. Ага. Я мог к ним здесь по-другому зайти. Сейчас так и сделаем. Сейчас так и сделаем. Ай! Здорово, хлопчики, как у вас дела были? Я думаю, уже не очень. Так, того. Можно и винтовкой убить. В случае аптечку еще. Да вы издеваетесь. Ну, я их зато убил. Главное сейчас добежать, чтобы ничего не отреспалось. Капец какой-то. Вот этот, блин, подстава. Прям ловушка. Ну, вроде дошел нормально, без того, чтобы домой ездить и броню ремонтировать. Черт, нужны какие-то мобильные ремонтные комплекты. Не, нужен ховер, скорее всего, который может ремонтировать броню. Или бы реально тут на капитале. Летать на такие здания. Становиться, здравствуйте. Если бы у меня так друзья на охоте стреляли, мы бы никогда не возвращались с голыми руками, честно говоря. В полете. Пуканей. Дробью. Больно. Ненавижу этот биом. Да беги ты. Нам до респа успеть надо. Хрен успели, конечно, да? Конечно, кто бы сомневался. И бы этот козел остался жив. Че, сел? Ты меня видишь, а я тебя нет. Это нечестно. А вон там, видите ли, с ракетой. Да, да и не убил. Бляха-муха, как меня раздражает это. Ай. Запись-то хоть идет. Эх, видео все равно придется склеивать. Увы, увы. Но броню я решил просто заменить в этом приборчике. Надо допройти эту ерунду. Надо. Женя, ремонтилки я здесь не нашел. А
А здесь наверху не был, кстати, или был? Мне кажется, что я не туда куда-то пошел. Заблудился. Вот же ж... дятел. Ха-ха. Не понял. Не смешно. Игра, отпусти меня, веселая. Так, стоп. Что за нафиг? Чё я вытворяю? Всё, залечилось с третьей попытки. Спасибо. Так, ладно. Что-то юмора я как-то не понимаю. В чем-то абсолютно конкретно. А. Что, надо мной издеваетесь, что ли? Ну, все правильно. Ой, слепая обезьяна. Сколько я пробежал, друзья? 3 раза, если я не ошибаюсь. Я молодец. Иди сюда. Есть еще. Оттуда, да, значит, бежали. Еще. Где-то респилку, что ли, забыл? А что за помещение еще? Здравствуйте. Я раньше вас здесь не видел. Любопытненько. Охренеть можно. Блин, невезуха. Так, погоди, а что это за помещение вообще было? Я что-то сейчас как-то не догнал. Быстро убили. Сволочи. Ну, хз. Что-то тяжелая броня меня подводит. Так, стоп. Что это за место вообще? Да пофигу, веришь, нет? Мне интересно другое, реально, что это за местечко такое? Это козел. Хрена он мне с одной плюхи снял. 250. При... Погоди. Усилитель. Хрена себе. Ребята здесь бить могут. 337. Да.
вплотную, он мне хорошо насандалил. Где эта турелька? Понятно, что я так быстро откопытился. Урончик-то не кисленький нифига. Еда вся попортилась. Ё-моё. Я думаю, откуда у меня место в инвентаре? Ясно. Хоть солями не портится. Так, это какая-то лаборатория, да? Видимо, гады сюда людей запихивали. А ремонт есть? Лабораторные любители, блин. Ну, где тут турель? Сомневался. Вы издеваетесь. О, ладно. Так, здесь охренеть сколько помещений. Вернусь попозже. Сначала надо там закончить. Моя месть должна быть совершена. Да что б меня? Да он с двух ударов меня убивает. Ни хрена себе. Не, понимаю, дробовик, все дела. Но это просто жесть. Ну это элитники, по ходу дела. Ладно. Че-то, кажется, я не с той ноги сегодня встал. Ну, интересно, надо бы. Ага, облом. Да ладно тебе. Сердечко у него колотится. Прекращай. Это было опасно. Эй, на себе меня там уже ждет. Меня уже там ждут, это очень хорошо. Так, сначала дроном. Не, ну вы серьезно? Пошли, уроды, нахер. Откуда они там, блин, берутся, сейчас надо выяснить. Ой, ты типа меня не видишь, да? Так, отсюда. Отсюда. Блин, нафиг. Этот урод из-за угла меня будет встречать. Так, ладно, сначала с этими покончим, потом будем с теми разбираться. Что-то здесь... Я не думал, что этот данж такой громадный.
Для доступа. Ну ладно. Что у нас здесь интересного? Ну, хотя бы за это спасибо. Так. Тихим мне отремкать негде. Хреново. Так, ладно, это помещение зачистили. Ну, есть помещение. Это довольно, конечно, любопытно. Главное найти реплику, где тут маленький засранец респится. Отомстить, так сказать. Иди сюда. Вот оттуда откуда-то бегут. Откуда? Вообще не понимаю. И они здесь респят. А, нахрен с ним. Будем учитывать это, да и все. Блин, а медицина есть халявная? Твою ж дивизию, здесь кислород только один халявный. Да ёшкин ты матрёшка. Да я охренею просто с этой игры. Ага. Не, ну это, конечно, прикольно, что они бывают сидят за дверью, ждут. Куры-муры тополя. И дела тут 3 рубля. Чего мне от брони-то хоть осталось? Блин, эта броня даже не помогает нифига. Жесть. Жесть, жесть, жесть. Так, ладно. Ой, господи, опять этот ход хочу дурацкий. По звуку слышу, что здесь, да? А, сейчас нет. Короче, 4 из 4 надо было пролезть. Так, а вот теперь вопрос хороший. Как мне этих кретинов-то убивать? В ближнем бою я вижу, тут у них смысла нет вообще биться. Блин, и как тут быть? И как же мне тут быть? Вон они сидят уже. Ну нафиг, ни хрена их там. Не, это все элитники, кстати. Вероятнее всего. Как с ними справляться, вопрос еще тот. Откуда вы, блин, беретесь? Ах ты ж, ё-моё! Вот, блин, телепорт спрятали хитро как. Хрен заметишь. Ну да. Ты зараза! Так, ладно, это сейчас не столь важно вообще, в принципе. Надо как-то придумать, как с этими чудиками там
Ай-я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 й. Вот это жопа сейчас была. Эти долбаные рескилки. Короче, плазму в руки. Вижу. Вижу, вижу, вижу. Где эти респилки? Она одна быть не может. Я не хочу больше этих ребят видеть, в принципе. Так. Ладно, с этим мы разобрались. Пошли-ка полутаем, парней. Что это за, блин, такая дебильная радарная станция? Я когда играл, эта радарная станция всего-то было два этажа, блин. Блин, не... Ладно. Ладно, ладно, ладно. Такс. О, хапчик. Ням-нямка. Че, в каждом, что ли? Сейчас. Раскатал губу, с пола подними. Так, ну-ка. Ну, слушай, медикаментов-то здесь не кисло. Еще в натуре ловушек не хватает для полного счастья. А будет вообще фееричный звездец. И, ну, радарная станция, конечно, гигантская. Никогда не думал, что она настолько большая. Посмотреть по Ютубу кого-нибудь. Может, это измененная какая-то. Так, там что кто-то есть, это 100%, я уже даю гарантию. Я вот думаю туда сначала дроном лететь, а потом уже как-то пытаться сориентироваться. Станем мы вот здесь вот. Давай же, запусти ты этого долбанного дрона. Так просто все тут не получится. Я понял. Там что-то интересное находится. Ой-ой-ой-ой-ой. 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 А ну все, дверь есть. Еще одна дверь. Да. Аж сколько можно там. Так, вы у нас, ребят, с чем? Автоматчик. Буду вырубать плазменный.
Лучше плазменной пушкой. Ну это нафиг все. Больно, слишком круто. Но это, друзья, уже в следующей серии. Пойдем дальше обследовать этот безумный бред. И я потом, уже когда буду разбирать домики, посмотрю. Я вот как-то не думал, что радарная станция настолько будет гигантская. Что ж, всем удачи, всем пока.